Добрый день, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Рады еще раз приветствовать многочисленную аудиторию портала культуры РФ, посетителей социальных сетей Болгарского культурного института, Центра славянских культур и Библиотеки иностранной литературы. Сегодня мы вас хотели бы познакомить с современным болгарским искусством и герой нашей программы – художник, медиахудожник, фотограф, колорист Георгий Ружев. Сегодня он у нас с вами в виртуальной студии. Георгий, добрый день. Рада приветствовать вас. Здравствуйте, друзья. Приятно познакомиться. Также сегодня с нами еще один замечательный творческий человек. Это писатель и драматург Георгий Тенев. Он автор романов «Партийный дом», «Крист» и «Свободная любовь», «Господин М. Священная любовь» и лауреат множества литературных конкурсов, среди которых приз за лучший роман фонда ВИК «Партийный дом». Это Георгий Тенев. Добрый вечер, Георгий. Добрый день, добрый вечер, здравствуйте. И поистине победоносный эфир, так как у нас сегодня два Георгия сразу в эфире. Естественно, сопровождает эксперт Болгарского культурного института в Москве, кандидат искусствоведения Майя Проматарова. Майя, добрый день. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Также с нами замечательный переводчик и лингвист Мария Ширяева, которая будет сегодня нам переводить. Майя, здравствуйте. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, меня зовут Екатерина Артемюк, и я готова передать Майе Проматаровой слово для того, чтобы мы поскорее познакомились с нашими сегодняшними героями. Здравствуйте еще раз, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что вы снова гости наших болгарских сезонов в иностранке, которые мы уже ведем с Екатериной Артемюк 12 месяцев. У нас своеобразный юбилей сегодня. И очень радостно, что именно этот юбилей посвящен современному болгарскому искусству и конкретно работе Георгия Ружева. Катя уже сказала, что это фотограф, визуальный артист. Но можно очень долго о нем говорить, что это еще и музыкант, и автор инсталляций, и автор больших принтов, автор 16-миллиметровых фильмов. Может быть, коротко можно сказать, что это человек, который создает альтернативное пространство и в какой-то мере задает моды. Что интересно, он работает на этом поприще более чем 30 лет. Я думаю, что где-то в прошлом году осенью была большая выставка, посвященная его 30-летней работе. И, может быть, если что-то и сохранилось за эти 30 лет, потому что, конечно, была какая-то и динамика, и развитие, и мы сегодня об этом и будем говорить, то, наверное, он... Это его идеализм в какой-то мере, присущий ему идеализм, нонконформизм, и что очень важно, это началось у него с самого начала, когда даже, насколько мне известно, он сочинял манифесты против академизма в обучении, вообще в восприятии жизни. Он против всяких идолов, мы еще об этом сегодня и поговорим. Но первый мой вопрос, Георгий, здравствуй, и спасибо, что принял наше приглашение. Какая среда формирует художника, как ты? Потому что, насколько мне известно, ты вышел из семьи врача, и твоя мама занималась женским движением, и как-то трудно на первый взгляд понять, почему ты занялся альтернативным искусством. Может быть, это пошло от фотографии, может быть, от среды в школе 133, где каждый был артист. Раскрой нам немножко это время, это начало, конец 80-х, начало 90-х. Това стремеж към свободата. Значи ние в това училище, колкото да и да беше строго, така сме слушали някакви бунтарски групи, глем рок, такъв тип неща. В школе мы стремились всегда к свободе, хотя атмосфера была очень строгой, мы воспитывали строгости, но все равно формировались такие группы по интересам. Это было глем рок, битники. В крайна сметка, на мен по някакъв начин
Не ми беше интересно това обучение. И ходих, свирих музикалния оркестър, ходих там по рисуване. В момента, в което това едва ли не стана задължително за мен, аз отказах и от това. Мне было, с одной стороны, неинтересно это обучение, поэтому я обучался музыке, хотела играть в музыкальных группах, занимался в художественной школе. Потом, когда это стало для меня обязательным, я отказался от этого. Тогда предпочитах да играю хоккей, макар и на квартальное ниво, футбол на малко по-високо ниво, олимпийский ски, да, и беше интересно. Тогда я занялся спортом, стал играть в хоккей, футбол, хотя это было так на районном уровне, во дворе, занимался горными лыжами. И, общо, зато стигна до един спорт за Турганев с учителката по-руски, и това беше първото ми намалено поведение. Так, и дошел до того, что мне поставили неуд по поведению. Из-за спора по Тургеневу, насколько я поняла. Потом еще худо. После направих там някои глупости и така ме изключиха от това училище и отидех в друго, на същата улица. Да, потом я сделал еще кое-какие глупости, меня исключили из этой школы, но я пошел в другую. И след което отидах в друго. И сега това последното училище, от което не ме изключиха, до него си взех ателие, работя там. Да, потом пошел еще в другую и в конце концов остановился на школе, из которой меня не изключили. Я там остался, вышел из нее. И си взех ателие срещу нея. А, и теперь у меня ателье напротив этой школы. Да. В этом ателье ты начал работать еще, насколько я понимаю, в начале 90-х. И далеко не только в Болгарии, у тебя очень большая география, очень много выставок. Да. И чтобы наша аудитория могла получить очень быстро представление об пространствах, в которых ты работаешь, мне хочется сразу рассказать о таком пространстве, которое называется... The Horse Hospital. И это пространство, я выбрала три слова, чтобы его представить. Оно в Лондоне, в Великобритании, и это риск, инновация, эксперимент. Пожалуйста, расскажи о своей выставке в этом пространстве и как публика генерировалась просто со дня на день твоей работой. И, пожалуйста, если можно, после рассказа или параллельно рассказу запустим уже первое видео. Първо стана съвсем случайно. Един български пилот, който работи в Лондон, когато сме приятели, дойде тук, видя мои неща и той ме предложи там. Да, все произошло совсем случайно. Приехал сюда в Болгарию болгарский искусствовед, посмотрел на мои работы и решил, что можно их показать не только в Болгарии. Да. Това е археолог Юрий Стоянов, автор на книгата The Other Gods. Той ме свърза с тази среда. Между другото, аз съм единственият източноевропейски художник, който е бил там. Это археолог Юрий Стоянов, он автор книги The Other Gap. Он меня как раз связал с той средой, и я на самом деле единственный европейский художник, который показывался в этом месте. Там са свирили групи като Coil, Canon 93, Psychic TV, които по някакъв начин са ми били идоли в пост-пънк периода, който нали, аз живеех. Там в этом месте играли такие пост-панк группы, которые были известны далеко в Болгарии, вот вы их перечислили. И в один момент станах част от лондонския такъв underground и от тогава започнах да нямам идоли, все пак аз имам общ проект с някой от тях. Да, и в какой-то период я стала частью лондонского андерграунда, и у меня перестали быть идолы, то есть я отказался от всех идолов, так или иначе.
Да, така, да. И на което посвятих я на мою изложбу. И на них, как раз им я посвятил одну из своих выставок. Я правильно помню, что эта выставка называлась «Пантеон»? Да. Да. Така наречения Институт современного искусства тук в София. В Институте современного искусства в Софии, да, это была та самая выставка. Това, което мога да кажа, е всъщност тогава аз си бях направил един текст, че в древна Гърция има храм за всички богове, в древен Рим за заслужили личности. Тогда я составил еще текст к этой выставке, что в Древней Греции существовал храм всех богов, в Древнем Риме храм заслуженных личностей. И отъждествяването с съвременни предшественици, визуално известни на всички, като абстрактен хуманизъм. Отъждествление с этими предшественниками я рассмотрел как абстрактный гуманизм. Отъждествен с братството на хората, независимо от тяхното социално положение. И это братство людей вне зависимости от их социального положения? Ми, общо взето, пак говорих за идеалите. И я опять говорил об идеалах. Может, да. Мы сейчас покажем еще второй. Също така, което е важно, бях казал, че божеството може да бъде декаданс. И было еще важно заметить, что божество может быть представлено и в декадансе. А какво става с героите? В повечето случаи направят някой паметник и то не винаги е хубав. А что происходит с героями? Ну, иногда им делают памятники, они не всегда хорошие. И проповядвам новата съвест, как трябва да обичаш себе си, как трябва да си частен случай. И я проповедвал новую совест, как надо любить себя, как может быть частным случаем. И говорих и за това, че мога да приличам на всеки бог и на всеки идеал. И го показах с работите си. И я говорил о том, что я могу быть похож на любого бога. И могу отождествлять собой любой идеал, и своими работами я это пытался показать. Амитбаэн, другото. Спасибо большое. Мы сейчас видим еще фрагмент от выставки в Лондоне. Да, този фильм се казваше Tattoo Kids Phobia. Эта выставка называлась еще раз, можно? Tattoo Kids Phobia. Страх от татуирани деца. А, Tattoo Kids Phobia. Да. Това, което тогава бях написал, че в работата си търся своеобразния спектакъл, който въздейства на всички сетива. И я тогда писал, что в своих работах я ищу и пытаюсь из них представить своеобразный спектакль, который будет воздействовать на все органы чувств. Да. И търся елемент от цялата иллюзия, докосна безкрайността и оптимизма. И пытаюсь, чтобы вот этот иллюзорный мир коснулся каждого и вот этого, каждого чувства. Та достаточно, может быть, за себя. Спасибо, пожалуйста, спасибо за видео. И мы чисто географически перенесемся от Лондона в Амстердам, и там есть такое пространство, которое очень популярно и очень любимо, ну, пространство музыки, мультимедии тоже, называется Sugar, как я поняла, Factory. Скажи, пожалуйста, работа твоя в этом пространстве была следствием твоей работы в Лондоне или это параллельные процессы? То есть нечто, что связывает людей визуального мира, и они уже после того, как увидели тебя в одном пространстве, уже это вызывает новую выставку? Нечто като продолжение. Да. Да. Это было продолжением. Просто вече много по-лесно стана, защото аз в Лондон нямах възможността да покажа всичко, върху което бях работил през всичките тези години.
С Амстердамом Бома получилось уже легче. В Лондоне у меня не было возможности показать все то, на чем я работал на протяжении этих лет. Бях поканен от движението Лефилд. Това са диджеи, underground артисти, дизайнери, MC-та. Там е по-клубно, по-клубен беше моят проект. В Амстердаме проект был более клубным. Я пригласил движение, в которое включало в себя и диджеев, и андерграунд артистов. И это был такой более клубный проект. Въпреки, че беше в един огромен клуб за тези неща, които до сега бях виждал, тези пространства, които бях виждал. Несмотря на то, что сам клуб был огромным, по крайней мере, из того, что мне доводилось видеть. Те също така издават и едно списание. Это движение также издает и журнал. Това е броя с мене, който е, но иначе аз имам това, което успях да донеса почти всичко, което бяха издавали през годините. Сейчас я вам показал, да, номер со мной, а так я привез с собой все, что они издавали в течение всех лет. Это доста эффектные книжки. И это очень эффектные оформления. И там си ги търсят хората и са си популярни. И там люди на самом деле охотятся за ними, они очень известны. Това ми беше поканата. Это было мое приглашение. И тук всички участвали в проекта. Сега, и здесь перечислены все, кто принял участие в проекте. Давайте, может быть, мы подключим наши постеры, да. Потому что там намного да, аз през това време ще поговоря там за хората, с които да. Работих. Пожалуйста, постеры, да. Да, ами това са част от филма, който показвахме. Той беше под диджейски такъв момент. И музиката също беше така по-клубна. Это часть фильма, который мы показали. Его сопровождал диджей. Музыка тоже была такая клубная. Видеото съм правил с моя астрален близнак Александър Сокеров. Видео мы делали вместе с моим астральным близнецом Александром Сокеровым. Мога спокойно да кажа цара на 3D-то в България. Это цар 3D в България. Музиката съм правил в студиото на Никола Дончев. А музыку мы делали в студии Никола Дончева. Това е син на Антон Дончев, един много известен наш писател. Да, это сын Антона Дончева, известного българского писателя. Който се познавам от години, който между другото не обича тази музика, която аз правя, но толкова години се познаваме, че просто не може да ми откаже. И мы знакомы очень много лет, между прочим, он не любит ту музыку, которую я создаю, но поскольку мы давно с ним знакомы, он просто не может мне отказать. Давайте следующий постер, пожалуйста. Другия, който сме прави нещата, то от групата Мил Коцев, той е графичен дизайнер и с него работим от години. Еще один участник нашего творческого коллектива, Эмил Тончев, это графический дизайнер. Мы с ним работаем много лет. Старите членове на първата термоядрена пънк-група в България по парата на Бухала. Это первые члены термоядерной пънк-группы България по пара, что там, Савы, да? Савы, да. Петър Гълов, който тогава понеже се бехме скарали, го писахме само като духовен водач. Петър Гълъв там бил, мы тогда поссорились, поэтому мы его записали как духовным руководителем. Атанас Ташев Чочо, Рума Димитранов, с който после създадохме групата Subscribe. Тя е така... Дори не мога да определя какъв е стила, тя само за изкуство визуално. С некоторыми из них мы потом создали группу Subscribe. Я не могу даже определить, чем занималась эта группа, но в принципе визуальным искусством, если в общем. Да. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Да, это той се казва Fear, той слайд. Этот плакат называется Fear. Ето тогава не за това говорихме, че всичко свързано с разделението на живота
в живота на ред и безредие, като съществена негативно-позитивна поляризация, което си е идентификация с извънземни. Да, тогда мы говорили о том, что все в жизни разделяется на порядок и беспорядок. Это такая существенная поляризация, и она связана с жизнью космической цивилизации. И следующее, пожалуйста, после. Никогда не можахме да разбереме кое по-яко, микрокосмоса или макрокосмоса. Да, и мы так и не могли понять, что же лучше, микрокосмос или макрокосмос. А другото смятам, че е натуралистично мислене. А я думаю, что натуралистическое мышление. Все остальное. Все остальное. Идем дальше. Следующий, пожалуйста, постер. Ами Павел Амстердам, доколкото си да виждам. Тук ние в началото пак представихме този филм за траперите, който част от него представихме и в Horse Hospital. Это часть афиши из Амстердама. Там мы показали кусочек фильма о трапорах. Мы его показали в Лондоне, в The Horse Hospital. Фактически они трапери разнасят едно чучело и, как се казва, учат как да живее. Трапоры, короче говоря, учат нас как нам жить. И фактически тогава бехме написали, че Дъмико, тогава така се казахме и така се казаше проекта, е вечно самоподдържаща се система на мистична кореспонденция. Пътешествията по уста на света е непрекъсната причинна верига. Давайте сейчас попробуем перевести. Да, давайте попробуем. Тогда мы написали, что это путешествие, которое является не прекращающейся связью причин и следствий. И участниците са осъдени. Смисълът на ритуала с пренасянето на чучелото е създаването и поддържането на ритъма. И участники этих ритуалов, они просто осуждены, то есть это перенесение и воплощение в жизнь этих ритмов. Но тогава за първ път помислихме как примерно ритъма трябва да се впара с бита над музиката. И тогда мы впервые задумались, как этот ритм должен сочетаться с битом в музыке. Совпадать с битом. Давайте следующую, пожалуйста, картинку, да? Да, та пакел. Там това са и другите участници, които успоредно с нас в тази вечер. То беше коледно, да, много хубаво прекарахме. Это другие участники экспозиции в Амстердаме. Это было Рождество. Вот они тоже с нами участвовали. Было весело. Еми, паузу, взето... Преди това, когато казах за как бита трябва да се впада с ритъма, също сега усетих колко е сложно това, което правим. Защото аз най-веднъж съм казал, че съвременното изкуство е да можеш да се лигавиш и да не се взимаш на сериозно. И когда я говорю о том, что мы задумались, как ритм должен совпадать с битом музыкальным, я понял, что мы занимаемся очень сложной штукой, потому что в современном искусстве не до сантиментов. Мы не можем себя, ну, чувствовать какими-то капризными малышами. Аз и сега мисля така. Също така мисля, че изкуството трябва да е шок. Тоже так думаю. Я думаю, что искусство должно быть шоком. А не да го объясняваешь, как-то много современных художников. А не каким-то дидактическим, объяснительным искусством, чем занимается сейчас много современных художников. Затова съм амбициран, че като стана министр на културата, ще забрана концептуалното изкуство. Поэтому у меня есть амбиция стать министром культуры и вообще запретить концептуальное искусство. Ну, это я как понимаю в кавычках. Давайте мы уже перейдем на следующий вопрос. Это обложка журнала, как я поняла, да? Да, да. Он показал. Този труд, да, който ние участваме. Да, спасибо большое. Мы там участвовали, да, в этом рождественском. Тук издадоха и една малка книжка около нашето участие и тези клубовете там. Тя е спонсорирана от Levi's и тук са ни представили. И по поводу нашего участия издали даже маленький каталог, книжечку. Она спонсором был Levi's и нас там подробно представили. Да.
Спасибо большое, очень интересно, уже захотелось в этом клубе побывать, но мы перенесемся в другую географическую точку, это еще последняя картинка, насколько я понимаю, от Амстердама, и уже мы перенесемся в такое место, которое называется Цистерна-Базилика. Да. Многие люди были в этом месте, там проводят большие экскурсии, может быть, вспоминают эти древние античные колонны. И это знаменитое пространство, и, насколько мне известно, мало кто из художников имел возможность в этом знаменитом пространстве показывать свои инсталляции, и это был долгий процесс для Георгия Ружева. Давайте мы параллельно кадрам, которые у нас есть, покажем первое видео от Стамбула, от этой цистерны базиликой, и нам Георгий расскажет, как вообще получился этот проект, и вообще вся его история, связанная с участиями в разных биеннале. Он участвовал в биеннале и в Болгарии, и в Польше, и во Франции, и, конечно, в знаменитом биеннале современного искусства в Стамбуле. Пожалуйста, давайте увидим первое видео Стамбула. Ами, ето това е част от анимацията, която беше там. Вие после там на лайфа ще видите и музиката и как е изглеждало. Аз поделих с куратор Катерина Баткова, че искам на това пространство да направя нещо. Это часть анимации, которую мы проектировали в этом пространстве. Потом можно будет ее посмотреть со звуком. С куратором Мариной Батковой. Я просто поговорил заранее и сказал ей, что я бы очень хотел участвовать с инсталляцией, выставкой вот в этом пространстве. Когда-то я внесе проект на... Гюню и Хуглу, която е там, мисля, че е шеф на Съюза на художниците. След и, която она уже... и она уже связалась с турецкой стороной, там с директором Съюза художников и представила проект. Чакахме една година да го утвърдат, защото все пак аз представям исляма по някакъв съвсем нов начин. И, между прочим, мы ждали год одобрения, потому что в моих работах ислам представлен совершенно нетрадиционным образом. Да. И доколку, насколько я знаю, ты использовал, при всем использовал музыку средневековную значит, в этом своем проекте. Авторская музыка, направих, использовал само сэмпли на турская музыка 16-18 века. Это была авторская музыка. Я использовал какие-то образцы, кусочки турецкой музыки 16-18 веков. Фактически направихме drum and bass, industrial, experimental, IDM и тежко електро. Да, и мы сделали drum and bass, experimental и так далее в разных стилях. Вот эти кусочки инкорпорировали. Също така, като отидах там и с други хора, които току-що се запознах, им го пуснах. Нали, няма никакъв проблем. Аз не се просто така го мисля. Не е нещо подигравка. Така, хората си го разбираха. Между другото, те са много напред. Да, и когда уже все было готово, я разговаривала с другими людьми, которые приходили смотреть на инсталляцию, экспозицию, и я объясняла, что я просто так это вижу, я не хочу никого обидеть, но люди прекрасно это понимали, между прочим, они очень прогрессивно настроены, несмотря на религию. И вообще там альтернативное искусство очень хорошо развито. Всъщност всичко започва от това, че аз приличам на този дървиш. Да, и вот я хочу показать плакат. Все началось с того, что я обнаружил портретное искусство с этим дервишем. Да. Что, което имаха събрани страшно редки такива стари литографии, фотографии от много време, които по някакъв начин им дадох нов живот. И я нашел очень редкие литографии, фотографии старые, древние, и как бы дал им, вдохнул в них новую жизнь. А смысл, че второй път няма да ги извадят от там, където ги намерих, но аз направих така, то, елементарно да се каже колажи, защото това е съвсем друго, но в най-обща форма казвам. И из тех источников, которых я нашел, я просто взял их и сделал... Ну,
Да, проще говоря, сказать, что это коллажи, но это не совсем коллажи, но будет легче. Это видите, это в частности анимация, это же видите. В анимационной части, где вы увидите, как это все заиграет. Ну, в общем-то, я, насколько поняла, это какие-то литографии старинные, которые были специально из каких-то мест предоставлены тебе для работы. Да, да. И это очень редкая возможность, насколько я понимаю. Да. Ну, просто, когда бяха харесали проекта, нямаше да стане така. Да, если бы наш проект не понравился, ничего бы не вышло, и литографию бы тоже мы не получили. Исключительно, да. Работа с архивными материалами, да. По-моему, это последняя наша картинка, вот еще одна. Только те сега започват, я бехме само аз и дървишет. Да, это сейчас только начинается, это не последняя хорошо. Картинка. Общо взето удължиха изложбата с половин месец, значи месец и половина беше, с два концерта. Свирихме с барабаниста Слави Битраков, който ще го видите. И в общей сложности нашу выставку продлили на несколько месяцев. И мы играли, было несколько концертов в рамках экспозиции. Мы играли с барабанщиком Слави Битраковым. Свирихме на самоделен дървен сет с конги и руски електронни барабани. Да, мы составили специальный сет сами из русских барабанов, из конги. Сергей, пожалуйста, мы сейчас подходим к музыке, которую там играли, это видео с музыкой. Освен на турска музика съм използвал и части от византийска музика, защото все пак там е било и Константинопол. Кроме турецкой музыки была использована и византийские распевы были использованы, потому что мы все-таки в Константинополе бывшем находились. Тогава дъщеря ми беше малка и тя е племенника, правеха две камери и се монтираха този филм. Приятели предоставиха техните си записи и направиха всички този местаж. Без претенции, че това не става доста добре. Ага, беше много високо, аз се мога да чуят, да? Защото страшно високо свири. Я как понимаю, его смонтировали его дочерью. Я правильно поняла? Дочка была маленькая, это я услышала. Да, и племенника Кристиан те пощаха. Също така гости, които снимаха там, ни предоставиха и техните видеа. И така сгубихме един 10-минутен филм. Ага, да. То есть детки предоставили часть клипов и из них нарезали и смонтировали вот такой. Тук съм с оригинална носия на дървиш, която ми беха дали за вечерта, един човек, който се спрятали с него. Да, это были оригиналы для вечера, там играли с людьми, которые там присутствовали. Оригинальная одежда дервиша. И общо, взето това
Спасибо, Сережа. Очень интересный рассказ, но чтобы мы его не вели только в первом лице, да, а чтобы все-таки была и другая точка зрения, то я предлагаю Георгию Тейлору. Я еще раз напомню, писатель, сценарист, драматург, романист. И в какой-то момент своей жизни он встретился с искусством Георгия Ружева, и благодаря его большому интересу к визуальному искусству Ружева мы увидим сейчас уникальные кадры, он сам нам их предоставит со своего экрана. Здравствуй, Георгий, спасибо, что принял наше приглашение. Благодарю, я с Ружевом запознах некогда 10 години вече. Към 2011-та, защото правих филм за един друг художник български, който работи в Нью-Йорк. С Ружевым я познакомился уже 10 лет назад, в 2011 году, и потому что делал фильм о другом болгарском художнике, который работает в Нью-Йорке. И всъщност Хубен Черкелов от Нью-Йорк е принадлежал към една авангардна и доста радикална група от 90-те години, която се нарича XXL. И когато започнах да разказвам за XXL, се оказа, че един от хората, с които трябва да се срещна, е Ружев, част на XXL. И Хубен Черкелов, который принадлежал авангардной группе XXL, по сути, и привел меня к Ружеву, потому что оказалось, что он тоже связан с этой группой. И това, което сега ще пусна един мъничък откъс от филма, който... Това е първият път, когато попаднах в ателието на Ружев и говорихме си за историята на XXL. И я хочу вам показать маленький отрывок фильма, когда впервые я попал в ателье Ружева, и мы разговаривали с ним об истории создания вот этой вот группы XXL. Всъщност тук се виждат и част от работите, които са били в Истанбул малко преди това. Аз бях в Истанбул и Биеналето, обаче тук ги видях, има възможност, така да се каже, за private view. Само за нас. Критици ли? Выставлена в Истамбуле. Я тоже был на этой выставке в Истамбуле, но тут вот у меня получилось private review. То есть только для меня я мог рассмотреть все в мельчайших подробностях. И ако съм знал, че след толкова години ще кажа, че дълго съм седел, сигурно ще и достана малко повече. Всъщност, сега вие усещате, че когато Георги Ружев разказва, той влага голяма доза ирония и на първо място към самия себе си. Да, вы уже, наверное, почувствовали, что когда сам Георгий Ружев рассказывает о чем-нибудь, он вкладывает в это очень большую иронию, и в том числе сам иронию. Но за тези, които не го познават, искам да кажа нещо, което аз тогава разбрах и постепенно се убедих. И това е до голяма степен неговата уникалност тук в българския пейзаж на визуалното изкуство. Но для тех, кто его не знает, я хочу сказать то, что сам для себя выявил и убедился с течением времени, это его уникальность на вот этом пейзаже визуальных искусств в Болгарии. И това е, че при него всъщност границата между изкуство и между личния живот е много трудно да бъде поставена. По същия начин, както и примерно между спорт и личен живот, както и между спорт и визуални проекти. У него очень трудно различимая граница между искусством, личной жизнью, спортом и искусством, визуальным искусством и спортом. И постепенно се убедих всъщност, че наистина той е превърнал цялото си живеене по някакъв начин в някаква концептуална акция. И я убедился в том, что вся его жизнь, весь его стиль жизни превратился в какую-то концептуальную акцию. Но тя през цялото време много избягва от всички определения, от всички квалификации. И това започва примерно от външния му вид, когато се запознаем с него.
Да, но в то же время эта концептуальная акция убегает от всевозможных определений и тех попыток ее определить и осознать, и в том числе во внешнем виде, когда я познакомился с ним, это было очень заметно. Защото от една страна аз срещнах един човек, който има пирсинг, убици на някакви странни места, но пък от друга страна има много дълга коса, която не отговаря на определена мода, която тогава вървеше с пирсинга. Потому что, с одной стороны, я встретил человека, у которого был пирсинг в самых неожиданных местах, в то же время были огромные длинные волосы, которые не соответствовали моде на пирсинг в то время. От една страна той застава на такива на моменти като чили анархистки или постпънк позиции, примерно идеологически, но в същото време за някои неща е много, как да кажа, почти консервативен. Да, с одной стороны, он заявляет какие-то анархические постпанковые позиции, да, а с другой стороны, он очень консервативный человек. Има прави много, много не подаващи се на никакво определение визуални работи, в които има и текстове, как да кажа, подхода му към езика е както при Хармс, да речем, такъв разпадащ и същевременно конструиращ подход. И в то же время создают визуальные проекты, которые убегают все возможных определений, они не поддаются определениям, создают тексты к ним, которые очень напоминают тексты Хармса. Да, язык распадается и в то же время что-то создает. И всичко това не можеш да, колкото и да вървеш из улиците на София, не може да намериш човек, който има същите характерни черти. Тоест, някой, който е, примерно, в който има пънк присъствие, обаче ще има нещо друго. Или някой, който е като активен такъв спортист, футболист, защото той често може да го видите с футболен екип да ходи да тренира. Но всичките, които правят това нещо, дори и по-възрастни, обикновено са много късо подстригани в момента в България. Докато Ружев е точно обратното. Все едно нали, вокалиста на Министри, например, да видите. И когда ты движешься по улицам Софии, ты просто не можешь найти другого такого уникального человека. С одной стороны, это человек, который любит футбол. Мы его очень часто можем видеть в футбольной форме, но в то же время футболисты же всегда коротко подстрижены, а у нас не так. То есть какие-то в нем противоречия, которые уникальным образом сочетаются, и других таких совпадений просто не существует. И всъщност това е част от един интересен процес, който е свързан с тази тяхна група XXL. Это част интересного процеса, связанного с групой XXL? Защото без съмнение това е най-радикалната група визуални артисти, които е трябвало да направят тая промяна след перестройката в България. Изведнъж, когато има пълна свобода да се направи всичко и много бързо трябва да се действа в различни посоки, които са били забранени. Видеоарт, графити, боди-арт, каквото си помислите. И те са правили всичко наведнъж. Потому что это для меня самая уникальная группа радикальных изменений после перестроечного периода в Болгарии, когда появилась возможность проявить себя в визуальных искусствах, музыке, и они это стали делать все сразу и вместе. Но интересното е, че с времето те са нали, около десетина души, постепенно всеки си намира своята посока, някои се занимават по-академично с живопис, някои са преподаватели, включително, примерно, заместник ректор на Художествената академия, днес е един от хората, които е така, от най-радикалните мислители нали, визуални на това време. Тоест те имат някаква еволюция при тях. И в то же время в эту группу входило около 10 человек, может, чуть-чуть побольше. Каждый из этих участников группы претерпел какую-то личную эволюцию. Некоторые обратились к академизму. Сейчас заместитель ректора Академии художеств был очень активным, альтернативным деятелем в этой группе. То есть каждый претерпел какие-то вот свои изменения. Което е много логично и самите те го отчитат. Само, че единственият, който стои в страни малко от това нещо е Ружев. При него няма като че ли такъв процес, а обратното сякаш се задълбочава алтернативността.
И это очень логично, и каждый из участников группы отдает себе отчет в том, вот в этой эволюции, которую он проходил, но в стороне стоит у нас фигура Георгия Ружева, и он как бы с годами становится все более и более альтернативным художником. Да, и всъщност неговото, някакси неговата работа, това е доста интересно, започва да изисква все по-голям обем, за да бъде представена, защото става все по-комплексна. Най-хубаво е да усетите неговите неща, когато има цяла една галерия или цяло едно пространство, оставено само на него. И его работы требуют огромных пространств, все больше и больше пространств, потому что это очень комплексное искусство, очень насыщенное искусство. И лучше всего понять, что это за инсталляция, работа, выставка, если Георгия Ружева отдают в распоряжение всю галерею. Нали знаете, има автори, които работейки в формата, независимо дали фотография, скулптура, живопис, каквото и да е, визуална работа, екран, те го приготвят, и то някакси влиза после в средата. Вы же знаете, что существуют такие авторы, это скульпторы, живописцы, которые создают какие-то произведения искусств, и они потом вписываются в среду. И разбира се, понякога е много трудно някой, който е работил много дълго върху една работа, да трябва да напълни някакво голямо пространство. Това не е неговата цел, той се е фокусирал. И естественно, что если над каким-то произведением работали долгие годы, это произведение должно найти свое место в среде, но это не задача художника, потому что он фокусирован, весь фокус его внимания на вот этом произведении. Докато при Ружев, той работи малко като, как да кажа, като, все едно, като тези плесени, които, ако заразиш средата с тях, само трябва време, влага и много скоро ще станат някакви неща, които изглеждат неуправляеми. Работа и стиль работы Ружева похож вот на распространение вот этой плесени, да, то есть должна быть влага, должна быть тепло, должно быть, и тогда плесень сама распространится, и мы вглядимся и увидим какое-то художество, какой-то рисунок из этой плесени. И за това е много добре, че с времето неговата работа не се е гледа на нея вече просто като на някаква екстравагантност или на нещо просто революция, която има за цел да направи скандал. И очень хорошо, что на его работы сейчас уже не смотрят ни как экстравагантные какие-то, ни как, какой-то повод для скандала. И се дава възможност да се в цялостно да се отдели примерно половина или цяла зала, както беше по време на колективната изложба в Националната галерия. Една така все пак отделена някаква стена или част, която той да работи. Или както е в водонапорната кула, когато цялата кула от подземието и 6 етажа нагоре се дава на Ружев и той прави нещо, но то цялото е нещо. А ему предоставляется какое-то пространство, не одна стена, а, скажем, один зал, как это было в Национальной галерее, или как в водонапорной башне. Вся башня была в распоряжении этого художника, и он создал из нее вот уникальное художественное пространство. И това за мен е лично, защото аз се занимавам с други неща, с литература, с театър, това е много добре, понеже някой, в случая Георги Ружев, ни напомня какъв по принцип трябва да бъде мащаба на нашата мечта, хоризонта ни. Да, и для меня, как человека очень далекого от искусства, я занимаюсь литературой, занимаюсь театром, для меня это очень показательно, потому что масштаб творца Георгия Ружева нам показывает, какой должна быть мечта по масштабу. Колкото и искусството му да няма общо на пръв поглед с Леонардо или с Микеланджело, но неговото, той винаги стои сякаш изправен пред такава задача, както папата ти дава задача, да направиш цяло един площад, цяло едно здание или цял един голям празник да го оформиш. И трябва да се справиш. И хотя изкуство Ружева очень далеко от Леонардо, Микеланджело, но как будто перед ним ставится та же задача, как перед теми великими мастерами Италии, когда папа им давал заказы оформить целую стену, сделать фреску во всем здании, и для него тоже предоставляется это пространство, и он это воспринимает как такую миссию оформить пространство. И така, това видео, което ви предлагам да видите, всъщност беше един такъв опит в една
аз просто харесах много неговите работи и с една от най-красивите къщи в София, която е от началото на миналия век, говорих с нейните собственици, там се намира редакцията на едно списание и те се съгласиха да направим нещо заедно, да го допуснат и той без да разрушава къщата, без да изчиства редакцията, без да пипа нищо, да влезе със своите работи и със светлина, и със звук. И отрывок фильма, который я хочу вам показать, в нем вы почувствуете атмосферу того, что меня привлекает в искусстве Георгия Ружева, и как это все произошло. В Софии существует здание середины прошлого века, в нем сейчас находится редакция, и я поговорила с людьми, которые занимают это здание, они согласились пригласить Ружева, и он не разрушал ни редакцию, ни здание, ничего в нем не менял, просто принес туда работу и создал уникальную среду, и работы заиграли по-другому, и среда тоже заиграла по-другому. Разбира се, там ще видите един много известен образ от руската история, интерпретиран много в руската култура, вие ще го разпознаете, но понеже Ружев до сега не каза за този свой подход, той има такъв запазен знак в някои работи, много емблематични снимки или портрети, като тези на вокалиста на Дорс, Морисън, например, той ги повтаря със себе си или както с този дървиш, който видях. От случая ще видите с кой помел, герой той прави сценизация. На Роб Зомби. Да, и вы увидите в этом фильме очень известный для русского зрителя образ из русской истории, русской культуры. И поскольку Ружев сам не рассказал о своем таком подходе, он любит взять какой-нибудь известный портрет и переделать его в своем образе. Так у него было с Джимом Моррисоном, вокалистом Doors, так было про Дервиша. Вот вы посмотрели, что удивительно, портретное сходство. Он как бы редуплицирует известные образы, переделывая их под себя. Сергей, пожалуйста, сюда. Второе да. Видео. Да, спасибо. Тази технология се нарича лентикулярна, когато от различни ъгли виждаш различни образи. Эта технология называется лентикулярной, когда под разными углами можно увидеть разные образы. Това е Валю Старчев и Леда Старчева, известни български скулптори. Това е Станчев и Надя Станчева, известни български скулптори. С сина им имахме група Токси Левичка, се казваше. Да, и Старчев, да. Сын бил в одной из наших груп, тоже участвал. Сега много известен художник и той. Он тоже известный художник сейчас стал. А това е фотогравюра върху бетон. Пет години е правил, единственият, който прави това нещо. Это фотогравюры на бетоне. В Болгарии. Вообще я единственный в Болгарии, кто вообще это сделал. Этим занимается, да. Отзад се виждат тези два портрета с Дервиша и с самия Ружев. Сзади вы могли увидеть, да, портрет Дервиша и Ружева вместе. Вот они. В рамке от 18 века. И в рамках 18 века. Ами. Окей. Сп-
Спасибо, там Сергей. Колко време имаме изобщо? Да, сколько ви? Спасибо большое. Я очень благодарна Георгию Тенову, потому что он дал нам необходимый контекст, и это было очень важно, чтобы реально сегодня портрет Георгия Ружева получился объемным, и мы еще благодаря его записям смогли войти в ателье Георгия Ружева. И мне хочется еще немножко остаться в этом ателье и попрошу Георгия показать несколько из его коллекций. Я, насколько знаю, уже зашла речь о Хармсе, и каком-то да. совпадении в работе Ружева с Хармсом. И пожалуйста, Георгий, расскажи о своей коллекции. И после еще говорим о заводной кула, така ли? Потом, да. А это сега това... Чуть-чуть, подержи чуть-чуть. А вот издание Хармса. Одно. Русское. А можешь чуть-чуть выше поднимать? Да, спасибо большое. Вот эта часть его замечательной коллекции с книгами Хармса. Вот еще. Он здесь болгарский. А, вот. У нас любят действительно Хармса. Ого-го. Это, по-моему, Кирилл Златков обложку сделал, да? Правильно я помню? Мы будем представлять его в рамках программы в марте. Я узнала эту обложку. Да, да, така е. То е. Да. Имаме други, кои са в ателието. Други в ателието. Да. И еще у тебя, насколько я знаю, интересная история связана с другой твоей коллекцией, с винилом. Да. Ами, когато бях в Лондон, една от моите любими групи, Coil, ми подари ръчно правени обложки, дискове с ръчно правени от тях обложки. Ага, когда я был в Лондоне, одна из моих любимых групп, Coil, мне подарили диски с обложками для этих дисков, сделанные вручную. Тук е полароидно е снимано с подпис на Джеймс Пи. Олдрич татуировката. Да, и здесь видите фотографии Polaroid, и там мне подписали это все, то есть это все для меня было. Да. Like special guest. Дважды ордена Ленина. Что ты, блин? А скажи, пожалуйста, насколько я знаю, ты работаешь очень часто с аналоговыми технологиями. Да. Чем вызвано это... твое занятие? Ми цял живот съм гледал нещо старо да го оправя и да си тръгне като ново. Да, просто всю жизнь я занимался тем, что ремонтировал старое, чтобы придать ему новую жизнь, чтобы это было как новое. Бил съм и изпълнител в реставраторска бригада на моя приятел Климент Атанасов. Няколко църкви сме правили и от него така се заразих такива стари неща да... Да поправим, да дам. Я участвовала, да, в бригаде реставраторов моего одного друга. Мы несколько церквей так отреставрировали. И таким образом я как будто заразился вот этим вот духом реставрации старого. То имаше и галерия в Бургас 90-те години. Аз тогава се разведах с авангардизма. В 90-те годах в Бургасе была галерея, я тогда развелся с авангардом. Той се каза Климент Атанасов, предоставиме всички условия, то фактически в антиквариат сложихме нови неща. И Климент Атанасов мне создал все условия, в антиквариат мы как будто положили, поместили новые вещи. Да, и после заминахме на Ркутино и направихме купон Техно Индустриал, аз пусках музика и така. А потом все закончилось тусовкой, мы пели Индустриал. И было очень классно. Да. Я как понимаю, погружение в какое-то абсолютное пространство звука и образа. Без началов и без конца. Можно таким каким-то образом... Даже нечто важно, тази е една плоча винилна, мини-сигнал. Вот еще одна пластинка. На Иги Поп, вътре с книжка от художника и с диск. 500 бройки е само това нещо. И эта пластинка только в 500 экземплярах существует. Там и книжка есть, и описание, то есть на очень уникально. Раритет такой. Репорт. Да.
Давайте сейчас вернемся к выставке, о которой мы несколько раз, идет она как сквозная, мы говорили о пантеоне, о жизни без идолов, и она, насколько я понимаю, Георгий Ружев воспринимает ее как первую часть второй выставки, которая состоялась в водонапорной башне. Я правильно понимаю, что да. Это было некое преддверие к экспозиции от Templeless Suite? Может быть, Сергей, у нас только трейлер или есть другой материал от этой выставки? Давайте посмотрим, потом мы об этом и поговорим. Спасибо большое. Как вы заметили, эта выставка была сделана галереей «Плюс 359», и она была в таком большом пространстве, которое называется «Водонапорная башня», и оно было целиком предоставлено Георгию Ружеву от подземелья до самой крыши. И там мы видим и старые работы, и новые. Я увидела какие-то знакомые для меня лица из его серии «Дали», а наверху, там, где крыша, его работы еще аналоговыми техниками 90-х. В общем-то, и Георгий Тенев, и Георгий Ружев. Кто хочет немного рассказать об этой работе, которая не так была показана? Да, Георгий Тенев, может быть, расскажет о своих впечатлениях. Да, да, тази, всъщност, на всички, които идват в София и се надявам в скоро време все повече хора да могат да пътуват, препоръчвам това място, защото дори не всички софиянци го знаят. Той е в прекрасния стар квартал Лозенец и една наистина напълно запазена стара водонапорна кула, която просто е променено функцията и на пространство за изкуство.
Все, кто приезжает в Софию, сейчас я надеюсь, что все больше людей смогут путешествовать. Я очень рекомендую посетить вот это место. Он находится в старом квартале Софии Лозенец. Это водонапорная башня, которая потеряла свою функцию и превращена вот в такой экспозиционный зал. Тя горе на хълм на най-високите места в града, логично, където да стои една водонапорна кула. И по някакъв символичен начин там се беше изкачил Ружев, нали, на целия град. И она находится на холме, что логично для водонапорной башни, чтобы создавалась разница в давлении. И получилось так, что Ружев поднялся на этот холм, посмотрел на Софию сверху. И като споменах, преди просто ми тази, нали, малко метафора за плесента, за паяжените, които от само себе си прорастват. Тук ще го продължа, защото самата кула цялата е обвита в брашлян, в пълзящи растения. Тя се намира в една като малка горичка, като малък двор. И поскольку до этого я вам рассказал, ввел такую метафору плесени, может быть, это паутины, которые сами собой создают искусство. Водонапорная башня тоже увита плющом, и она находится в таком маленьком леске. А отвътре, всъщност беше плъзнала, как да кажа, този ритуал на Ружев, защото усещането всъщност е за някакъв ритуал, само дето не разбираш точно какъв е ритуала. То есть извне вот этот плющ, а внутри это ритуал Ружева, потому что это его искусство, это ритуал, только самое интересное, что ты не понимаешь вообще, о чем здесь речь, что это за ритуал такой. Това е доста интересно, че баланса между образи, които от една страна са такива макабрени, тъмни, морбидни, с музика, която от една, като че ли звучи потискащо и минорно и депресивно. Очень интересно, что это баланс таких очень темных, мракобесных образов и музыки, которая звучит тоже достаточно депрессивно. И в същото време обаче това предизвиква като цялостен резултат някакво освобождаване в посетителя. И в то же время общий резултат от посещения этой выставки какое-то освобождение у зрителя. И каква е, аз се чудя, защо става това така? Защо? Това е парадоксално като въздействие. И аз и до сега се чудя защо. И да, я не могу понять, как это так могло произойти, потому что это парадокс, это парадоксальное воздействие. И си мисля, че един е възможен отговор е, че неговото изкуство, колкото и да прилича на някакъв спектакъл, всъщност то не е драматическо, то не е драма. В него няма, как да кажа, няма и страх, няма и катарзис, то не е театър. И, может быть, один из возможных ответов, что хотя его искусство и похоже на спектакль, это не драма, там нет катарсиса, там нет страха. А просто известно време, ако се отдадеш и постоиш и загледаш в образите, а ти това го правиш, защото те са много интересни, има много дребни различни неща, които да следиш. А просто если позволишь себе какое-то время постоять, понаблюдать за образами, вглядеться в каждый из них, а ты это делаешь волей-неволей, потому что каждый из них очень интересный. И ти някак си започваш да се чувстваш все едно, как да кажа, малко като в Алиса в Страната на чудесата или Гъливер, но в някакво място, което е много чуждо на теб, обаче ти се успокояваш, че ще можеш да живееш в него. А и ты начинаешь себя чувствовать как Алиса в Зазеркалье, в Стране чудес или как Гулливер, потому что это место ты воспринимаешь как очень чужое, но ты успокаиваешься, что ты там можешь тоже жить. И това е някакси, нали, с това бих завършил, че в този смисъл неговата работа е много хуманна такава, много е, освен това, щадяща и е благородна към човека. По някакъв начин тя е някакъв като милост към човека, който така ли че е изложен на някакви големи агресии през цялото време навънка. И тук той го засмуква в някакъв друг свят. И на этом я бы хотела закончить, что, в принципе, его работа очень гуманная, очень человеческая, потому что, несмотря на то, что она засасывает человека в какой-то другой мир, то этот мир намного приветливее, чем внешний мир полной агрессии. Это своего рода милосердие. Да-да-да. Да, автор е милосерден. И то е хубав начин, при който, нали, няма сладост, няма усмихнато лице, няма тази, нали, позната от рекламата или от политическия маркетинг, така добрина в кавички. И это милосердие на самом деле, хотя без слащавости, без рекламных трюков, без вот этих политических маркетинговых ходов, которые показывают доброту в кавычках.
Да, така че това беше усещането и затова мисля, че хората, аз бях и на вернисажа и после бяхме за да снимаме вътре в това пространство. Всички, които влизат, се чувстват много особено и в същото време, в крайна сметка, им е приятно да бъдат там. Има някакво, като някакво художествено и интелектуално спа. Это было мое ощущение, как раз потом я была на вернисаже, сделала фильм в этом пространстве, я наблюдала за лицами людей, которые туда входят, и они себя чувствуют очень интересно. Это такое интеллектуальное художественное спа для людей. Спасибо большое, Георгий. Мне очень хочется, и обычно всех наших гостей болгарских сезонов иностранки, мы спрашиваем о современном искусстве в контексте почти вынужденного годового перерыва. Но сегодня я вам предлагаю, вместо того, чтобы мы философствовали, что может быть после этого, пригласить новых гостей, это дочь Георгия Ружева, Неда Ружева. О ней уже зашла речь, потому что Георгий рассказывал, как она монтировала видео, которого мы представляли. А она сама тоже человек, который занимается искусством, танцами на улице или танцами в урбанистической среде. И что я знаю, что буквально через день или два у нее будет премьера. И в этом смысле, видимо, несмотря на все пандемические кризисные ситуации, искусство продолжается жить. Здравствуй, Неда. Да. И расскажи, пожалуйста, немножко о том, ты же тоже занимаешься альтернативными искусствами, но в форме танца более активной. Насколько я знаю, у тебя скоро будет, чуть ли не в понедельник, показ, который заголовок этого показа «Минус». Так что представь мне немножко свой проект, и, конечно, как ты вообще к этому искусству пришла? Ти се занимаваш също с алтернативно изкуство, само че във формата на танц, и знам, че след няколко дни ще си представиш този проект «Минус». Би ли казала как изобщо си стигнала до това? Как съм стигнала до тук? Ами, не знам, нещо, което винаги може би ме е маркирало по някакъв начин, когато съм била вкъщи, е музиката, която се е слушала в нас. И в нас винаги е имало много различни стилове музика, фънк, пънк, електронна музика и така нататък, но винаги е имало едно обединяващо послание във всички тези стилове и то е можем и сами, не ни трябва големи институции да ни казват кое как се прави. Как я к этому пришла? Ну, наверное, на это повлияла музыка, которую я слушала дома. Это были самые разные стили, и панк, и фанк, и всякий индастриал, и электронная музыка. Но эту музыку и все эти жанры и стили объединяло одно послание, что мы можем и сами, нам не нужны какие-то посредники, институты, чтобы нас куда-то привести. И това ми беше интересно, когато започнах да се занимавам с танц, защото първоначално започнах съвсем случайно да се занимавам с улични танци. И мне это было как раз интересно, когда я начала заниматься танцем. Совсем случайно я стала заниматься уличными танцами. И после записах хореография в академията в Амстердам. И това беше първият ми сблъсък с институция, която те учи на танц. Потом я поступила в Академию танцевого искусства в Амстердаме на отделение хореографии. Это было мое первое столкновение с институцией, которая обучает чему-то. И тези вопросы ми станаха интересны. Кои техники се преподават в институцията? Откъде произлизат? Кой взима тези решения? И мне стало интересно, что за техники преподаются в этой институции, кто принимает решения, откуда вообще эти техники взялись. И това ми все още интересно като хореограф, да изследвам и слагам на показ техниките, които не са произлезнали от институцията, са произлезнали от обмена между хората, от събирането на улицата, така да се каже, от партитата и от всякакви пространства за свободен обмен на идеи, за забава.
И как хореографу мне очень интересно не показывать вот эти техники, которые вышли из института формального, а показывать живые техники, которые произошли на улице, которые зародились в процессе живого общения, не только их показывать, но интегрировать их и выводить на всеобщее обозрение. Минус е дебютният ми проект в София, който изследва технокултурата и опиянението, чувството за превъзходство, разпада и такива теми. Минус – это мой дебютный проект, он будет проходить в Софии, он исследует тему распада, опьянения, каких-то вот таких процессов, которые происходят и сейчас. Минус е част от нещо, което си представям да бъде серия. И тази серия се казва Spring of Rite. Пролет на ритуал. Да, значи, и минус это часть серии. И вторая как бы часть я себе представляю Spring of Ritual. Этот весенний ритуал. И цялата серия е вдъхновена от балетната пиеса «Пролетно таинство» на английски «Spring of Rite» на хореографа Васлав Ниджински, където той... Освещена е. И все это вдъхновлено... Да, все это вдохновлено Вацлавом Нижинским, «Весна священная», вот этим вот балетом. По-английски он как раз и звучит так, как вторая часть моего вот этого проекта. И... Да, той там, там се разказва историята на един езически ритуал и на едно младо момиче, което трябва да се изтанцува до смърт. Ага. Там разказывается история языческого ритуала и молодой девушки, которая должна танцевать до смерти, пока не умрет. И съответно аз с този проект, реинтерпретирайки тази доста стара и доста иконна балетна пиеса в през призмата на технокултурата и на танцуването на техномузика, мога да кажа, че изследвам каква е връзката всъщност и какво е останало от паметта на тялото за тези древни езически ритуали и как те се свързват с модерната градска култура. Я беру этот известный балетный сюжет, накладываю его на технокультуру и пытаюсь исследовать, что осталось в теле, в памяти тела, связанного с язычеством, и как это вписывается в городскую среду. Большое спасибо, Неда. Скажи, пожалуйста, мы поняли, что ты делала что-то со своим отцом, когда была маленькой. У тебя есть какие-то идеи совместной работы с ним, или все еще ты об этом не думала? Разбрахмачи си правил нещо с баща ти, ти докато беше малко. Дали имаш някакви идеи за съвместно, може би, творчество, нещо заедно да направите с него, с баща ти? Ами, и двамата се занимаваме доста с видео и с анимация. Мы и двамата си помагаме доста всъщност. И видео, и анимация, и там друг другу помагаем. Така че... Със сигурност някой път, ако останем по-дълго време в една и съща държава, може и да се роди нещо спонтанно. Так что, если мы задержимся подольше в одном и той же стране, так случится, что мы останемся жить подольше, то может что-то и родиться у нас вместе. Обаче, както обича да казва баща ми, ако има твърде ново мислене, работата избягала. Да, но как любит говорить папа, если долго думать, то ничего и не получится. А может быть, мы его позовем? Георгий, что так дошли отново? Георгий, пожалуйста. Да. А вы можете вместе сидеть? Можете заедно сидеть или няма как? Няма как-то. Няма как? Нет. Ну, Георгий, мы уже подходим к концу, и чем дальше идет разговор, тем интереснее. Я уже думала, что наши слушатели заинтересованы достаточно, и они сами уже дальше будут искать и смотреть работы Георгия Ружевой, надеюсь, Найды Ружевой, желаю ей ни пуха, ни пера, break a leg на ее первой дебютной работе. И, может быть, кто-то еще из участников нашей встречи, я не знаю, сам Георгий хочет что-то еще сказать. Потому что мы уже идем к концу, уже наше время исчерпано. Может быть, ты скажешь, я насколько поняла, твоя выставка последняя была в октябре, ты задумываешь какую-то новую работу в марте, я правильно помню? Да, участвую в една частная коллекция, но то просто не знаю, как бы остало. Только, дали...
дали ще отворят, дали няма пак да затворят. Задумывают там частную коллекцию, непонятно, что будет происходить. Там то нас открывают, то нас закрывают, посмотрим. В същото време там отворната кула са направили една книга за мене, на която се надявам покрай тази изложба на колекцията да се направи, как се казва това на книгата, представянето. Представим, да. И в то же время в водонапорной башне там сделали книгу обо мне. Я надеюсь, что если все сложится благополучно и в марте получится с этой выставкой, то там будет и представление этой книги. Спасибо большое. Георгий Тенев, по-моему, фильм, который ты делала Георгий Ружев, на какой фазе находится? И, то с него много трудно да се планира. Затова той е такъв проект в развитие. Там очень трудно все планировать, поэтому это такой проект в развитии. Просто трупаме. Сега тази изложба, която той иска да прави, ще бъде, доколкото разбирам, отново в едно неусвоено пространство, което е преди ремонт, преди нанасене на галерия. Диво пространство. И мы просто собираем материал и вот ждем тоже выставку, которую он собирается сделать. Насколько я понял, она будет проходить в таком необитаемом пространстве, которое ждет ремонта, туда въедет в галерею, но пока она в таком первозданном виде, и вот туда его приглашают. Така че това е още една такава възможност. Но аз, понеже той, не ви казвам, от него аз се научих на някакъв подход към нещата и когато снимам нещо за него, се опитвам да не е по никакви правила. Так что я пока выжидаю, и я вам сказала, что поскольку я познакомилась с Георгием Ружем, я кое-чему научилась от него, и когда я чем-то занимаюсь, связанным с его творчеством, делаю какие-то проекты, фильмы о нем, я пытаюсь не действовать по правилам. То есть да няма правила. Да, то есть вообще, чтобы не было правил. Да, няма обичайно да кандидатстваш пред някакъв фонд за субсидия или да казваш кога ще има премиера. Няма такива неща. Просто правиш нещо, без да казваш дори защо го правиш. То есть не выбивать средства на этот фильм, пытаясь там пробиться в какой-то фонд, не объявлять премьеру, которую там назначаем на какой-то срок, просто что-то делать, и это все выльется во что-то стоит. Это, видимо, какая-то внутренняя потребность что-то делать. Катя, дорогая, мы уже действительно заканчиваем наш очень интересный разговор. Спасибо тебе очень, и я надеюсь, что ты скажешь последние слова и объявим, да. Да, да, спасибо тебе, Майя, за предоставленное слово. Большое спасибо нашим зрителям, которые были с нами, нашим сегодняшним героям, это двум Георгиям, Георгию Ружеву и Георгию Теневу. А у меня сложилось понятие многомерности вообще всей нашей встречи, и вот эта многомерность описания пространства, времени, существования, мне кажется, от нас, как от зрителей и участников вообще процесса, потребовало новых способностей восприятия, ни право-лево, ни вверх-вниз, как мы это могли до этого себе представлять, а именно какое-то такое погружение во время или в пространство, или все вместе, вот благодаря вам, Георгий Ружев. И мне кажется, что можно пересмотреть еще раз нашу передачу, погрузиться в эти инсталляции. И вот этот образ, да, который возникает, он и есть тот образ, в который человек погружается, вот эта многомерность, как вы сказали, образ-шок без оценивания вообще, куда ты попал. Поэтому я благодарю вас за то, что вы разбудили в нас, как в зрителях, так, возможность такого чувственного восприятия. Будем следить за вашими работами с удовольствием. Я благодарю сердечно Георгия Тенева, который нам рассказал сегодня про ваше творчество, про современное искусство, про какие-то места, которые стоит посетить, когда мы будем в Болгарии. И хотела бы также сказать, что в библиотеке иностранной литературы Георгия Тенева любят.
Я специально приготовила такие книжки, и в многомерность, конечно же, можно погрузиться с помощью литературы, это безусловно. Приходите в библиотеку иностранной литературы, знакомьтесь с каталогами по современному искусству Болгарии, знакомьтесь с произведениями современных болгарских авторов. Я благодарю Майю Проматарову, эксперта Болгарского культурного института, эксперта, который, как никто другой, может найти интересных собеседников, героев программ и раскрыть их творчество. Майя, спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение. Ждем новых эфиров с тобой в марте. И я благодарю Марию Ширяеву за переводы, за прекрасные переводы и за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо и до свидания. Спасибо всем. До свидания, спасибо. До свидания. Всем хорошего.